Работники жилищно-коммунального хозяйства Электрогорска были приглашены в актовый зал 14-й школы для поздравления с профессиональным праздником – Днем работников ЖКХ, торговли и бытового обслуживания. Дорогие электрогорцы, уважаемые коллеги, разрешите от себя лично, как от главы города, от своих коллег, от коллектива администрации и от всех наших жителей без исключения поздравить вас с профессиональным праздником – День бытового обслуживания, работников бытового обслуживания, торговли и жилищно-коммунального хозяйства. Мы буквально в начале этой недели были на торжественном мероприятии, которое проводил ЖКХ Московской области, и понравились искренние слова министра Московской области с обращением к своим коллегам. Дорогие наши работники, сотрудники, уважайте себя, гордитесь вашей профессией, потому что ваш труд необходим каждой без исключения нашей семье. Ваша работа, с вашей работой связано тепло, уют, красота в каждой квартире и в каждом объекте нашего города. Поэтому мы вам благодарны без исключения каждому за ваш ответственный труд, за ваш подход к делу и за то, что вы делаете очень нужное и важное дело для нашего города. Благодарностью губернатора Московской области, почетными грамотами Министерства коммунального хозяйства Подмосковья и главы городского округа Электрогорск были награждены коммунальные службы города и сотрудники предприятий и организаций. Выступления творческих коллективов и артистов стали настоящим весенним подарком для людей, которые поддерживают порядок в наших домах, подъездах и дворах. Мы присоединяемся к поздравлениям, желаем труда на благо людей, здоровья и процветания. Работники жилищно-коммунального хозяйства Электрогорска были приглашены в актовый зал 14-й школы для поздравления с профессиональным праздником – Днем работников ЖКХ, торговли и бытового обслуживания. Дорогие электрогорцы, уважаемые коллеги, разрешите от себя лично, как от главы города, от своих коллег, от коллектива администрации и от всех наших жителей без исключения поздравить вас с профессиональным праздником. День бытового обслуживания, работников бытового обслуживания, торговли и жилищно-коммунального хозяйства. Мы буквально в начале этой недели были на торжественном мероприятии, которое проводил ЖКХ Московской области, и понравились искренние слова министра Московской области с обращением к своим коллегам. Дорогие наши работники, сотрудники, уважайте себя, гордитесь вашей профессией, потому что ваш труд –